Всем доброго времени суток, это Gadget X. К католическому Рождеству компания Alcatel выпустила смартфон K6. Устройство получило 6-дюймовый экран с минимальными рамками и разрешением 2160 на 1080 пикселей, 8-ядерный процессор Helio P23, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта хранилища и аккумулятор на 6300 мАч. Особенностью смартфона стали 4 камеры. На передней панели расположились модули с разрешением 13,8 мегапикселей, сзади 21-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная вспомогательная камеры с диафрагмой f2.0. Сейчас Alcatel K6 стал доступен со скидкой в рамках предзаказа. Возможности основной камеры производитель решил показать на видео. Сначала продемонстрировал интерфейс приложения для съемки, включая все доступные фильтры и режимы, а затем примеры снимков. Технические характеристики Alcatel K6 такие. 6-дюймовый экран без рамок с разрешением 2160 на 1080 пикселей, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P23, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной памяти, поддержка LTE, основная камера с модулями на 21,8 мегапикселей, фронтальная камера с модулями на 13,8 мегапикселей, опция распознания лиц для разблокировки экрана, аккумулятор на 6300 мАч, поддержка быстрой зарядки.